В этот день капитализм умер, так же как и свобода. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди. Это видео, которое я опять делаю ночью, а это значит только одно. То, о чем пойдет речь, действительно беспрецедентное, важное в первую очередь для рынков и биткоина большое событие. И это снова экстренное включение. В рамках действий, направленных на срочное стимулирование экономики, которая в последнее время перетерпела несколько судьбоносных ударов, ФРС принимает решение снизить диапазон ставки до нуля или 0,25%. Кроме этого, ФРС переходит к новой политике количественного смягчения на очередные 700 миллиардов долларов. Это срочные новости, ребята. Во-первых, давайте вспомним, что в 2008 году при каждом снижении ставки ФРС рынок реагировал ростом, но лишь на короткое время, буквально в рамках одной торговой сессии. Далее он быстро обновлял дно. Если мы откроем график биткоина и сравним его с американским фондовым рынком, то последние два месяца мы видим идеальную картину следования биткоина за ним. Поэтому снижение ставок до таких рекордных уровней повлияет и на нас, держателей криптовалюты. Возможно, это влияние станет еще более очевидным с открытием новой американской сессии. Нужно быть к этому готовым. ФРС ставит в основу своих действий аргументацию негативного влияния на экономическую активность мировой пандемии, что приводит к ее падению во многих странах, включая Соединенные Штаты. Новая ставка по федеральным фондам, используемая как для кредитования финансовых учреждений, так и для многих потребительских, теперь будет нацелена на диапазон от 0 до 0,25%. Столкнувшись с рекордно упавшими рынками и паническими настроениями, ФРС также сокращает ставку экстренного кредитования до 0,25%, и срок кредитования увеличен до 90 дней. Предпринятые экстренные меры играют важную роль в поддержании ликвидности и стабильности банковской системы, а также эффективной реализации денежно-кредитной политики и бесперебойного потока кредитов для домашних хозяйств и предприятий, говорит представитель ФРС. Короче говоря, еще больше долгов в эту раздутую долгами экономику, почему бы и нет. ФРС также снизила резервные требования для тысяч банков до 0%. Кроме того, центральные банки всего мира объединяются, чтобы принимать меры по улучшению ликвидности доллара по всему миру. Уже координируют усилия в этом направлении канадские, великобританские, японские, европейские центральные банки. Это просто исторические события. Эти действия оказались крупнейшими в рамках одного дня за всю историю существования ФРС. Рекордное снижение ставок, рекордные суммы количественного смягчения, многочисленные программы координирования и стимуляции, и все это за один день. Вау! Во многих случаях в прошлом такие действия отзеркаливались в финансовый кризис. Официально мы имеем 0% за один день, они упали на 1%. Следующий шаг – отрицательные процентные ставки. Мы получим негативные ставки. И как я уже объяснял вам, вы будете платить своим банкам за то, что они хранят ваши деньги. Надеюсь, вы счастливы? Это просто невероятно. Золото заткнули, серебро заткнули, криптовалюту заткнули и даже нефть заткнули. Давайте взглянем на перспективу. Стив Мнучин обещает рынку неограниченную ликвидность. Вот вам спасательные меры. Многим индустриям сейчас бросают спасательный круг. ФРС выбрасывает 1,5 триллиона долларов, чтобы купить активы. Теперь нулевые ставки, очередные 700 миллиардов. Если это не повысит рынки... Время бежать, без оглядки, бежать, чтобы выжить. Это грустная правда. ФРС сейчас сделала то, что ни один мужчина и ни одна женщина до этого не делала никогда. Это просто невероятно. За наш счет будут спасать банки. Америке конец.
Нам конец. Этот день должен войти в историю, потому что в этот день капитализм умер, так же, как и свобода. Теперь действительно интересно увидеть реакцию рынков. Я уже объяснял это, я действительно не верю, что они могут напечатать больше налички или нарисовать больше цифр на экране, чтобы предотвратить то, что приближается. Они просто сходят с ума. Они планировали сделать объявление во время рыночной сессии, но в итоге решили выступить до открытия рынков. Думаете, это совпадение? В прошлый раз такие заявления закончились падением фьючерсов на 1000 пунктов. Сегодня президент позвонил им и сказал: «Сделайте что-то прямо сейчас, до открытия рынков». Если то, что ФРС выкатил на рынку даже не базуку, а целый военный флот, не повысит рынки, все, что я могу сказать... Вау! ФРС готовы к рекордным действиям в беспрецедентных масштабах количественного смягчения. Я нашел вот этот видеоотрывок из 2010 года, времен восстановления мировой экономики от потрясений финансового кризиса. Этот человек, которого вы здесь видите, на тот момент возглавлял ФРС. И вот как он объясняет, откуда ФРС берет деньги. Это деньги с налогов? Нет. То, что ФРС тратит, это не деньги налогоплательщиков. Мы просто используем компьютер, чтобы увеличить цифры на счету. Это что-то вроде печатать деньги, но не брать их в долг. Вы печатали деньги? Ну, фактически. Нам приходилось это делать, потому что наша экономика очень слабая, а инфляция очень низкая. Вот вам и ответ на вопрос, откуда ФРС получил $1.5 триллиона для очередной инъекции. Я хочу, чтобы вы поняли, что печатание денег, которое сейчас происходит по всему миру, мы помним, что и Китай, и Евросоюз, и США, и Япония на днях напечатали невероятные суммы денег. Это не может продолжаться вечно. А меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте, обязательно богатейте. До скорого.